Служение Дерека Принца. Крест в моей жизни. Вторая сессия. Часть вторая. Понимаете, природа, о которой мы говорим, является прямой противоположностью Божьей воли и Божьих путей. Римлянам 8:8 говорит, потому что плотские помышления, и здесь снова говорится о плотских помышлениях, то есть о плотском разуме, суть — вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Люди, которыми управляет их плотская природа, не могут угодить Богу. У вас это никак не получится. Вы можете стараться всеми силами, вы можете быть такими религиозными, как только захотите, но у вас ничего не получится. Затем снова в послании к Галатам Павел затрагивает ту же мысль. Это 5 глава, 17 стих. «Ибо плод желает противного духу». Дух с большой буквы, то есть Дух Божий. А дух противного плоти. Они друг другу противятся, то есть ваши естественные плотские желания противоречат путям и воле Духа Божьего. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Может, это откровение для некоторых из вас? Вы полны благих намерений? Вы освящаетесь, подходите к алтарю в церкви, произносите красивую молитву и думаете, что это все. А где-то через месяц вы спрашиваете себя, как я мог отойти так далеко от того, кем я собирался быть, и что я собирался делать. Ответ в том, что плоть желает противного духу. Внутри вас есть враг Божий, и с этим врагом нужно разобраться. Вы не можете вести христианскую жизнь успешно, пока не разберетесь с плотью внутри вас. У Павла была та же проблема. Может, это вас ободрит? Это не проблема лишь нескольких людей, она универсальна. Вам нужно как-то прочесть 7 главу послания к римлянам, и вы увидите личные трудности Павла с его плотью. Я замечал, что самые посвященные христиане и те, кого Бог использует больше всего, это люди с серьезными трудностями. У пятидесятников было когда-то такое отношение. Кстати, я сам являюсь пятидесятником уже 48 лет. Так вот, какое это отношение. Вы спасаетесь, креститесь в воде, креститесь в духе, говорите на языках, и больше никаких проблем. Кто из вас понимает, что все не так просто? Ах, если бы все было так просто, потому что у меня все было совсем не так. Более давно, я давным-давно понял, что все далеко не так. Все совсем не так, и причина этому — плоть. Это враг Божий. Послушайте, что Павел говорит о своем собственном опыте в послании к Римлянам, 7 главе, 15 стихе. «Ибо не понимаю, что делаю». Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Никто из вас не переживал ничего подобного? А? Павел был уникальным в своем роде, да? Да или нет? Это можно сказать о каждом из нас. Никто из нас не может показать пальцем на другого и сказать, «А, это о тебе». Нам нужно смотреть в зеркало и говорить «это обо мне». Но Павел объясняет причину этого. Причиной является плотская природа внутри нас. Она не подчиняется закону Божьему, да и не может. Я бы просто сказал, что религия, в отличие от спасения, это система, которая старается заставить плоть вести себя хорошо. Плоть становится религиозной, но это не помогает ей угождать Богу. Многие религиозные люди просто подавляют свою плоть. Они пытаются преобразовать ее снаружи, но внутренних изменений нет. Если вы заметили, то большая часть этой темы взята из послания к Галатам. В чем же была проблема Галат? Жизнь по плоти и законничество. Как видите, Павел разбирается с обеими проблемами. Галатам 5 глава 19 стих гласит, «Дела плоти известны.
Есть небольшая разница в переводах. В одних говорится одно, в других — другое, но эта разница несущественная. Дела плоти известны. Они — суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссор, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Если вы проанализируете дела плоти, то они делятся на четыре категории, которые я кратко упомяну. Во-первых, это сексуальная аморальность. Сюда относятся прелюбодеяние, блуд, нечистота и непотребство, то есть разврат. Большинство людей именно это считают делами плоти. Они считают, что нет других сфер, над которыми тоже нужно поработать, но на самом деле все эти вещи не являются самой большой проблемой. Следующая категория — это оккультизм, идолопоклонство и волшебство. Это дела плоти. Когда плоть предается этим делам, то становится демонической. Вы понимаете, что главной мотивацией для идолопоклонства и колдовства является плотская природа. Колдовство — это человеческие методы контроля над людьми и принуждения их к тому, чтобы они делали то, чего хотите вы. Любые попытки контролировать других людей являются зарождением колдовства. И когда вы заходите в этом слишком далеко, то это становится демоническим. Третья категория, которая является самой большой, — это неправильное отношение с людьми и к людям. Вот список: ненависть, ссоры, зависть, взрывы гнева, эгоистичные амбиции, розни, ересь, недоброжелательность, и все это — различные описания отношений с людьми и к людям. Это самая большая сфера плоти. Это такие же грехи плоти, как прелюбодеяние и блуд. А религиозные люди смотрят на них сквозь пальцы, тогда как они яростно выступают против сексуальной аморальности. И последняя категория — это то, что я называю потаканием своим слабостям. Это пьянство, бесчинство и тому подобное. Все они являются различными выражениями нашей плотской природы. Нужно разобраться со всеми ими. В первом послании к Коринфянам 3 главе Павел указывает на причину разделений в церкви. Если бы вас попросили одной фразой ответить, что является причиной всех разделений в теле Христовом, вы бы знали, что ответить? А вот я считаю, что ответ очевиден, и это плоть. Все разделения порождаются плотской природой, и пока мы с ней не разберемся, в теле будут разделения. Итак, Павел пишет к христианам в Коринфе и говорит: «Вы все еще плотские». Откуда он это знает? «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Тот факт, что у нас есть споры и разногласия, показывает, что мы плотские. Вы это понимаете? Затем Павел говорит: «Откуда я это знаю? Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, пока вас разделяет следование за человеческими лидерами, а не за Христом, то вы плотские. Я слышал, как теологи одной из деноминаций называли некоторых христиан плотскими, потому что те слишком много говорили на иных языках». Но это совсем не то, что говорит Павел. Он говорит: «Вы плотские, потому что следуете за человеческими лидерами, вместо того, чтобы следовать за Христом». Он не говорит, что за Павлом следовать можно, а за Аполлосом нельзя. Он говорит, что неважно, за кем вы следуете. Люди говорят: «Я последователь Лютера», или «Я последователь Уэсли», или «Я последователь Кальвина». Если для них это становится их главным обязательством, то они подпадают под эту категорию. Многие люди считают, что теология является причиной разделений, но это не так. Причина в плоти.
Конечно же, большая часть теологии используется по-плотски, но главной причиной разделений в теле Христовом является плоть. А единственное решение — это крест. Мы должны применять его во всех сферах нашей жизни. Послание к римлянам 6:6 — это отрывок, к которому мы возвращаемся снова и снова. Павел заявляет, что Бог предоставил нам решение, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, это Божий ответ и казнь одновременно, но Бог все это сделал, а нам нужно это применить к себе. Христос выполнил свою часть, а нам нужно выполнить свою. В первом послании Петра есть отрывок, который, по моему мнению, звучит очень мощно. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Иными словами, будьте готовы к тому же самому, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Это довольно удивительное заявление. Страдающий плотью перестает грешить. Долгое время я раздумывал над этим местом и считал, что раз Иисус пострадал от нашего имени, то зачем нам нужно страдать? Но, думаю, Бог мне все объяснил. Иисус все обеспечивал, но нам нужно это применить. Наш ветхий человек был распят. Это уже произошло, но в послании к Галатам написано, «Те, кто Христовы, распяли свою плоть». Кто в этом случае распял плоть? Не Бог, а мы. А распятие, как на него ни смотри, это больно. Итак, что же нам нужно делать? Нам нужно распять нашу плотскую природу. Вы должны взять эти злые бунтарские желания и отношения и прибить их ко кресту. Один гвоздь в правую руку, один гвоздь в левую руку и один гвоздь в мои ноги. Я должен это сделать. Никто не сделает этого за меня. Это больно, но это выход из греха. Страдающий плотью перестает грешить. Приведу вам пример, иначе вам будет сложно это понять. Представьте себе молодую девушку-христианку, которой примерно 20 лет. Она посвященная христианка. Она является членом хорошей церкви. У нее есть пастор, который является по-настоящему благочестивым человеком. Он заботится о ее душе. Но у нее появилась эмоциональная связь с человеком, который не является посвященным христианином. Он начинает ходить в церковь лишь для того, чтобы заполучить ее, но он никогда не отдавал свою жизнь Господу. И вот ее благочестивый пастор говорит, «Не связывайся с ним, он не является посвященным христианином, поэтому ничего хорошего из этого не выйдет». Итак, у нее есть два варианта, и каждый из них болезненный. Она может принять совет своего пастора и прибить свои чувства и желания к кресту. Я его люблю, но это не самое важное. Я хочу замуж, но и это не самое важное. Я боюсь остаться одна, но в конце-то концов, и это не самое важное. Все эти вещи должны быть прибиты к кресту, а это больно. Но это ненадолго. Через некоторое время придет славная свобода. Если мы хотим, чтобы у этой истории был счастливый конец, то со временем появляется правильный человек. Она выходит за него замуж и действительно становится счастливой. Это счастливая сторона истории. Но представьте, что она не сделала того, что следовало бы сделать. Представьте, что она не распяла свои желания, чувства и эмоции. Она продолжала эти отношения и вышла за него замуж. Через 15 лет, когда у нее уже трое детей, он уходит к другой женщине, ей приходится собирать свою жизнь по кусочкам и заниматься семьей без главы. Это куда более болезненно.
и боль длится значительно дольше. В лучшем случае, после всего этого она усвоит урок. Она говорит: «Ах, я была своевольной, хотела угодить себе и поддалась своей плоти, не приняв креста». Я приводил этот пример одной группе людей какое-то время назад, и женщина, сидевшая в первом ряду, прямо передо мной сказала: «Вы только что в точности рассказали мою историю». Она недавно развелась, муж оставил ее 6 детьми. Я не говорю, что все разводы случаются по этой причине, но множество несчастливых браков у христиан являются результатом нераспятия плоти. Итак, что же вы будете делать, а? Вы примете Божие решение, которое довольно болезненно? Не будьте сентиментальны. Отказываться от своих заветных желаний или сильных чувств больно. Или же вы откажетесь от креста и будете страдать от последствий, которые впоследствии окажутся значительно больнее. Это решение, которое нужно принять вам. Перейдем к последнему, 5-му освобождению. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ну же, теологи, о каком освобождении говорится здесь? Это освобождение от мира. Вы рады этому, или это вызывает у вас смешанные чувства? Скажите. Давайте сначала определим, так что же такое мир. Мирской — это термин, который одни христиане используют для того, чтобы критиковать других, но это не Божья цель. Я уже проходил через все это и больше не хочу. Были даже 17 правил того, что нужно делать, чтобы не быть мирским. Я считаю, что люди, придумавшие эти правила, являются очень мирскими. Но это так, между прочим. Что же подразумевается под словом «мир»? Дам вам свое определение. Мир — это социальный порядок или система жизни, которая отказывается от праведного правления Иисуса Христа. А Иисус — это назначенный Богом правитель. Он квалифицированный. Он отвечает всем условиям. Он единственный, в конце концов, кого назначил Бог правителем всего человечества. Но мир — это система и отношения, которые отказываются от праведного правления Иисуса. Мирские люди могут быть религиозными, они могут быть милыми, могут быть уважаемыми. Но когда вы призываете их к безоговорочному подчинению господству Иисуса, то это отношение вылезает наружу. Это и есть мир. Давайте посмотрим на несколько вещей, которые Новый Завет говорит о мире. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 и 19 стихи. Два удивительных стиха, потому что здесь, в этих двух коротеньких стихах, Иисус 6 раз использует слово «мир». Он обращается к своим ученикам и говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Что Иисус сделал для нас? Он избрал нас от мира. Знаете слово, переведенное в Новом Завете как «церковь»? Это греческое слово «экклесия», от которого произошло слово «экклесиаст» и тому подобное. Оно буквально означает «компанию вызванных людей». Вызванных откуда? Из мира. Итак, вы можете быть либо в мире, либо в церкви, но вы не можете быть и там, и там. Это взаимоисключающие понятия. А теперь давайте посмотрим, что Иоанн говорит о привлекательности мира, об очаровании мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире».
Я думаю, что это вопрос возраста. Если вы моложе 25 лет, то вы испытываете искушение любить мир. Он кажется таким очаровательным, таким восхитительным, и кажется, что он может предложить вам множество вещей, но весь этот блеск мнимый, в нем нет ничего настоящего. Если вам за 25 или за 40, то ваша проблема не столько в том, чтобы любить мир, как в том, чтобы любить что-то в этом мире. Ну, например, какая-то особая марка машины, или какой-то особенный дом, ну, или особенная одежда. Вы понимаете, о чем я. Это то, что влечет вас. Люди постарше немного разочарованы в мире. Но есть еще что-то в мире, что держит их. Может, это что-то интеллектуальное. Может, это чтение различных книг, которые читать не стоит. Вы не должны засорять свой разум множеством мусора. Из-за вашего интеллектуального прошлого есть вещи, которые продолжают держаться за вас. У меня есть принцип. Я стараюсь не заполнять свой разум мусором. Если мне кажется, что это вредно для моего разума, то когда я ощущаю, что это вредно, я закрываю свой разум и отстраняюсь от этого. Я не хочу носить в своем разуме мусор. Но большинство христиан, которые не занимаются аморальными вещами, занимаются сбором интеллектуального мусора в своем разуме. Таким образом, мир продолжает держаться за их жизнь. Давайте посмотрим, что дальше говорит Иоанн. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Вы не можете любить мир и Бога Отца одновременно. Вам нужно выбрать. «Ибо все, что в мире, похоть плоть, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Все, что есть в мире, не от Бога Отца, это система этого мира. Иоанн упоминает три вида искушений — похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. В первом искушении в Эдемском саду они все были представлены. Плод на дереве был хорош для пищи, приятен для глаз. Его желали, чтобы обрести мудрость. Это и есть гордость житейская. Гордость житейская — это «я достаточно умный и сам справлюсь со своей жизнью, Бог мне не нужен». Все это от мира, а не от Отца. Если можно так сказать, то изначально суть греха заключалась не в желании делать зло, потому что намерение у них было хорошее. Они хотели стать такими, как Бог. А это не хорошо и не плохо. Суть греха в том, чтобы быть независимым от Бога. Это и есть гордость житейская. Пока в нас есть то, что противостоит зависимости от Бога, то мы еще не покончили с гордостью житейской. А затем Иоанн говорит, «И мир проходит, и похоть его». Все это не вечно, так не будет всегда. В это сложно поверить, не так ли? Но это правда, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Удивительное заявление. Если я отрекусь от мирских вещей и согласую свою волю полностью с волей Божией, то я буду таким же непоколебимым, непобедимым и непотопляемым, как воля Божья. Ничто не сможет меня победить, потому что ничто не может победить волю Божию. Вот какие у вас варианты. Вы можете остаться в мире и страдать от его невзгод, или же вы можете повернуться к нему спиной, согласоваться с волей Божией и стать непотопляемым и непобедимым. Просто удивительно, сколько всего апостол Иоанн написал о мире. Это одна из его главных тем. И далее первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Здесь Иоанн делает очень серьезное заявление. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Кто же главный злодей этого мира? Это сатана. В греческом языке все сказано даже проще. «Весь мир лежит во власти злодея».
Весь мир лежит под властью сатаны. В Откровении 12 главе есть описание многогранности сатаны. И здесь написано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Вся вселенная находится под обманом сатаны. Я думаю, вы это понимаете. А у Иакова в 4 главе, в 4 стихе говорится: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Мы не можем одновременно любить и Бога, и мир. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, что идет князь мира сего, и в нем не имеет ничего. Вопрос в том, есть ли в нас пятая колонна. Имеет ли сатана пятую колонну в нас? А вы знаете происхождение фразы «пятая колонна»? В 1936 году в Испании шла война, гражданская война. Испанцы сражались против испанцев. Один генерал хотел захватить один город, а второй генерал спросил у него: «Какой у тебя план по захвату этого города?» И тот ответил: «На этот город я направил 4 колонны войск с юга, севера, востока и запада». Затем он остановился и добавил: «Но захватит город моя пятая колонна». А второй генерал спросил: «А где же твоя пятая колонна?» И тот ответил: «Внутри города». Понимаете, церковь нельзя победить снаружи. Иисус никогда не был побежден снаружи. И мы с вами никогда не будем побеждены снаружи. Но если внутри нас есть пятая колонна, то мы потерпим поражение. Хочу закончить с небольшой притчей о корабле и море. Некоторые из вас уже слышали ее. Корабль в море — это хорошо, а вот море в корабле — это плохо. Как это применить? Церковь в мире — это хорошо, а мир в церкви — это плохо. Что происходит, когда море проникает в корабль? Он тонет. А когда мир проникает в церковь, она тоже тонет. Единственное лекарство — это крест. Давайте же еще раз быстро перечислим 5 освобождений из 5 главы послания Галатам. От нынешнего лукавого века, от закона, от себя, от плоти и от мира. Я хочу закончить словами Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я распят для мира». Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!